Всем привет! Сегодня сделаем простенький поплавок на карася, покажу рецепт ферментированной пшеницы и порыбачим. Понадобится пластиковая трубочка для коктейлей. Заполняем трубочку пенопластом, просто проворачивая ее в нем. Формируем, так сказать, легкий, в то же время прочный сердечник в поплавке, который будет не просто сломать, и он отлично будет плавать. Внизу поплавка надо сделать затычку из дерева. Отлично подойдет ручка от старой кисточки. Замешиваем быструю эпоксидную смолу. И вклеим кисточку в трубочку. Вытираем излишки смолы. Второй конец поплавка запечатываем эпоксидкой. Отрезаем ручку от щиточки. Сверлим небольшое отверстие. И вклеиваем на эпоксидную смолу швейную иглу. Красим поплавок. Сделаем ферментированную пшеницу для рыбалки. Понадобится пшеница 3 кг. Высыпаем в 10-литровое ведро. Набираем доверху водой. Что всплыло, убираем. И оставляем на 10 часов пшеницу замачиваться. Далее ставим на плиту и доводим до кипения. Варим 1 час. Зерна увеличились в объеме и частично раскрылись. Высыпаем в миску. Взвесим 0,5 кг сахара. И добавляем пшеницу. Перемешаем. Даем остыть до 28 градусов. Чайную ложку пекарских дрожжей разводим в теплой воде, но лучше использовать живые дрожжи. Не все пекарские дрожжи могут запустить реакцию брожения. Наполняем 10-литровый бутыль по плечике. Вышел один бутыль и 0,5-литровой банки. Ставим гидрозатвор. Оставляем на 3 дня бродить в теплом темном помещении. Температура не должна понижаться ниже 20 градусов. Thank you.
такую классную заводь нашел на речушке. Хочу тут одно место прикормить и дальше там парочку еще. Пшеничка уже хорошо отыграла. Запах такой, как пиво живого. Так, перекормлю. Главное по чуть-чуть. Все, так думаю, хватит. Еще прикормил пару мест дальше там. И по чуть-чуть буду делать докорм. Посмотрим. У нас резко похолодало. Было плюс 15, плюс 18 ночью. А этой ночью было всего плюс 2. Первый заморозок. Наш поплавочек. Цеплять поплавок буду вот на такой коннектор. Скользящий. Такая трубочка тут силиконовая. И в нее ввожу эту иглу. Такой коннектор покупал в Алиэкспрессе. Кому интересно, ссылку оставлю в описании. Пока будем ждать, пока придет карасик, забросим раколовку. Хочу проверить, есть ли тут раки. Раньше когда-то были, ловили. Еще есть одна раколовка. Я позже поймаю рыбку, то на свежую рыбу заброшу. Тоже рак такое любит. Так беру зубчики и пополам режу. Ух, класс! Вот и первый карасик пожаловал на пьяные зерновые. Довольно такой неплохой карасик для микроречки. Как я скучился за карасем. Вот и второй. И 5 минут не прошло. Вот ты шо. Все такие карасики хорошие. Ладошечник. Вот так.
исход. На том месте затишок, затище, правильно. Решил проверить другие места, где прикормлял. Кто там, кто там? О, карасик хороший. Капец. Опять оборвался. О, другое дело. Запутался. О, классный. Так, проверим, что удалось сегодня поймать по карасику. Довольно неплохо, как для микроречки. С два десятка карасиков будет. И такой хорошенький размерчик. Самый-самый вкусный. Отлично. Так, а теперь раколовки проверим. С живцом пусто, а с чесночком что у нас там? Опа, кто-то есть. Ха, два рака есть. Класс. Ну, еще таких зачетных. Ну, покажись. И это всего за пару часиков рыбалки. Ух, какой классный рак. Так, и второй. Опа. Ух, какой. Рак хороший. Крупный. Просто шикарно. Удачная сегодня рыбалка. Классная сегодня рыбалка получилась на поплавок. Надеюсь, и вам понравилось. Спасибо за просмотр. Всем пока.